Завершаются соревнования по тяжелой атлетике на первенство Москвы среди юниоров и юниорок до 20 лет. И третий поток – юниоры, весовая категория 45 и свыше 105 килограммов. Весовая категория до 105 выступают Максим Самойлов, второй взрослый разряд, и Андрей Мацов. Мастер спорта Виталий Петюхский, юность Москвы. Мастер спорта, серебряный призер первенства России 2012 года Виталий Мальцев, Кашинцов. Кандидат мастера спорта Игорь Шальнов, пор номер 2. И кандидат мастера спорта, победитель первенства России 2013 года Мурат Узденов, пор номер 2. Свыше 105 килограмм выступает мастер спорта, серебряный призер первенства Европы 2011 года Егор Иванов. Спортсмен первого юношеского разряда Иван Петраков. Кандидат мастера спорта Денис Заказников. Лев Михайлов, второй взрослый разряд. Иван Кольцев, второй взрослый разряд, МССО. Участники представлены. Представление судей. Центральный судья Лев Иванов, всесоюзная категория. Боковые судьи Амир Бекипов, международная категория. Юрий Кляцкий, всесоюзная категория. Судьи участники представлены. Вести участников на разминку. Готовится. Подъем защита. 65 установите. Иван Петраков готовится к этому весу. Подъем неудачный. Установите 85. Иван Петраков завершил в рывке с результатом 60 килограмм. Подъем защиты. Лев Михайлов замеряет 90 килограмм ко второму подходу. Иван Колесов, первый подход. Лев Михайлов готовится к следующему весу. Максим Самойлов замеряет к первому подходу 100 килограммов. Других участников к этому весу нет. Иван Колесов, второй подход, две штанги, 85 килограммов. Лев Михайлов готовится. Поднят вес, защита. 90 установите.
Пойдем защита. Остановите 95.
9 установите. Игорь Шальнов готовит сам. Игорь Шальнов, третий подход.
результатом 150 килограммов Марату Стену. 160 установите. Егор Иванов. Первый подход. Виталий Мальцев следующий. Подъем защита. Установите 161 килограмм. Виталий Мальцев готовится к весу 161. Егор Иванов, второй подход. Егор Иванов готовится к третьему подходу. Егор Иванов, третий подход. Результатом 160 килограммов объявляется перерыв 10.